Я колдую. Котики вперед представляют. Играем с Катей и Котей. Вернись. Носок моим зуч. Алена, что с твоим голосом? Привет, котятки. Сова? Привет. Вижу, у вас проблемы? Да, у Алены что-то с речью. Ты не знаешь, что это может быть? Это похоже на проделки медведя Аркадия. Теперь Алена говорит наоборот. Медведя Аркадия? Алене нужно спеть песенку, а вы должны попробовать ее повторить. Потом мы ее перевернем, и если вы ее отгадаете, то сможете расколдовать Алену. Ничего себе! Ну давай! Сейчас принесу микрофон. Ё-моё, как же это все повторить? Давайте разделим песенку по частям. Будете петь по очереди. Давайте я первый. Готов. Слушаем первый кусок и пробуем его повторить. Акшотна. Отлично! Теперь слушаем второй кусок и пробуем его повторить. Ушот, ракзня, макмузня. Слушаем третий кусок. Акшотна. И слушаем последний кусок песни. Укшот, ракзня, макмузня. Давайте соединим все кусочки и прослушаем их наоборот. Антошка, ханьдюм камандзердаушу. Угадаете песню? Да, это песня про Антошку. Давайте проверим. Алена, скажи что-нибудь. Говорю. Похоже, получилось. Спасибо, котики. Спасибо, сова. Давайте теперь споем песню вместе. Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, пойдем копать картошку. Ура! На сегодня приключений нам хватит. А что будет в следующий раз, мы скоро узнаем. Пока-пока! Котятки, у нас хорошие новости. Мы запустили свое приложение Kit and Kate, в котором вы сможете смотреть все серии сериала «Котики вперед» более чем на 10 языках. А также вы сможете загрузить любимые серии и смотреть их офлайн где угодно и когда угодно. А самое главное, что новые серии второго сезона «Котиков вперед» первыми будут выходить именно в нашем приложении. Все бегом в App Store за мультиками! Thank you.